Татьяна Плетнева известна российским зрителям по многим сериалам, которые демонстрируются на центральном телевидении. Это «Интерны», «Кука», продолжение известной «Иронии судьбы» и многим-многим другим. Она снимается и в комедиях, и мелодрамах, воплощая на экране злые, добрые, иногда смешные образы. Если вы слышите хрюканье за камерой, не обращайте внимания, не играйте дальше. Мы отыграли, и кастинг-директор говорит, вы первый человек, который раскололи, что мне до этого ни один актер не мог расколоть. Расколоть, имеется в виду, что засмеяться. Татьяна пришла к своей мечте не в юном возрасте, а уже зрелым человеком, набравшим жизненного опыта. После окончания технического института она долгие 8 лет трудилась на одном из заводов Питера. Однажды случай ее свел с сотрудницей творческой лаборатории. Я осмелилась ее спросить, вот скажите мне, пожалуйста, вот если бы я все-таки тогда после школы пошла поступать в театральный институт, как вы думаете, меня бы могли взять? Она говорит, ну это большая лотерея, конечно, но шансы были. Это становится толчком к действию. Татьяна бросает работу на заводе и поступает в театральный институт. Тогда ей было уже 28 лет. В нашу профессию актерскую можно приходить только тогда, когда ты этого очень-очень хочешь, и ты понимаешь всю ответственность, потому что это не только романтические отношения. Перевоплощаться в своих героинь Татьяне нетрудно, потому что она любит и умеет наблюдать за людьми. Актриса снимается не только в кино, но и участвует в обучающих инновационных программах, исполняя роли исторических персонажей. Елизавету Петровну, дочь Петра I, Екатерину II. Это уже не первая моя Екатерина II. Я уже играла и раньше Екатерину II, и играла Анну Иоанновну тоже. То есть, как бы, не первая императрица. Говорят, что на нее похоже даже. Пришедшие на встречу с удовольствием слушали рассказы и о других творческих работах актрисы. Она такая эмоциональная вот актриса. Кстати, как она ведет, она улыбается. Не то, что вот сидят, вот серьезно так говорят, да, она улыбается, преподносит прекрасно свой материал, умница. Я видел фильм с ее участием, вот, и она необычный у нас актер, если честно, современный актер, потому что раньше у нас, знаете, каких женщин показывали, изящных, таких суперкрасивых, таких, а это женщина настоящая, потому что красивые женщины должно быть много. Татьяна Плетнева только начинает свой путь общения со зрителями, поэтому немного смущается. Творческие люди, они же склонны копаться в себе. И думаешь, знаешь, вот, наверное, что-то я не так делаю. Зачем это вообще нужно? А когда ты приходишь на встречу, ты понимаешь, что это нужно для людей. Что кто-то стал в какой-то момент счастливее, кто-то понял что-то. Встреча продолжалась более часто. Своим обаянием и скромностью актриса Татьяна Плетнева покорила всех, кто пришел. Людмила Медведева, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.